Доброе утро. Доброе утро. Мы все дни пребывания вот в Якутске искали катер, который сможет нас довести до недоступных мест, на которые летают на вертолете. Ленские столбы и Тукуланы. Самые красивые места Якутска, самые недоступные, вообще никто не снимал. А ребят, что ты не берешь? А мы снимем. Вот. Там с нами парень с девушкой приехали. Девушка для того, чтобы она научила нас кататься на сноуборде, а парень просто не отпускает ее без себя. А, вот так, да? То есть она, видимо, такая красивая, что... По всей видимости, да. Двести километров? Да, в одной, потом другой 200, 400 километров. А сколько 200 километров плыть надо? По времени? Смотря как будем идти, ну, часа 3,5-4, в зависимости от накопления катера. А так-то он идет 3,5. Река Лена, она... Около 6000 километров. Это третья река в мире, чтобы вы знали. Она очень глубокая и очень длинная. В среднем ширина получается реки 10, 15, 20 километров. Погодите, мы не познакомились же ни с кем, ребят. Миша зовут меня. Миша? Ага. Ксюша. Ксюша. И самый главный... Виталий. Виталий, как вас? Кэп называть? Ну, снимай, как хотите. Кэп там или... Начальник или руководитель. И так классно, спасибо, Илья. Я говорю, когда лодку, когда мне сказали, что нашли лодку, я думал, типа, на резиновой посудине такой поплывем. Так, старайтесь, посудине. Берите стульчики и вот сюда. Я, конечно, тоже не ожидал, что будет так круто. Я думал, что будет какой-то суденушка старенький такой, который будет... Да, я думал, мы сами будем грести. Да, ну все. Слушайте, ну прям Монако. Справа Якутия, слева Монако. Катера здесь есть разные. Сейчас у нас будет дозаправочка. Стопы. Да. Надо там открыть крышку бака. Крышка бака. Куда открывать? А не сразу шланг туда погружаем? Через лейку, да? Я всегда пристраховываюсь. Так. Насос готов. Готов насос. Держим вот. Тебе интересно? Да. Ребята, кнопочку включите. Ребята, ау. Кнопочку на моторе включите. Нет, мы говорим о том, что вот здесь вот 500 метров, километр. Подниматься или не подниматься, вопрос. Вот в чем вопрос. Это то, чтобы подниматься. Ну, надо от вас отстать тогда. Минут на 5. Вов, куда идем? Куда идем, Руслан? Наверх идем. Зачем идем, Вова? Стендап снимать. Какой стендап, Илья? Какой стендап? Вы подождите, я не врубаю. А, ты для своего блога пилишь, я думал, ты нам реплики говоришь. Идем снимать стендап для проекта Тужур какой. Англоязычный. Тащим рюкзаки с видеооборудованием. Всем, какой есть. Чтобы... пацанов подснять красиво, чтобы они выглядели на миллиончик. Все, вся команда пашет на успех вот этих вот молодцов. Эй, молодцы, не устали ли? Да так. Может, донести ваши рюкзачки? Придумал движуху. Смотрите, девчонки фоткаются, видите? Угу. Надо к ней подойти и сказать, девчонки, нам нужно фотку сделать крутую, не понимаем, какой позе, как вообще, на каком фоне. Научи тебя, пожалуйста, что вот сделать. Вот, Руслан, они научат, думаешь? Вот посмотри, пожалуйста. Это же ржака будет. Ну, я уверен, что они покажут. Коллективную фоточку сделаем? Нет, я тоже против. Тоже против? Да. Все, давайте, шагом марш. Шагом марш.
Сейчас дроилочка как-то не камильфо, да? Давай вот вы... Тоже слышу, но не вижу. Где? Где, блядь? Короче, пацаны, и все, я не снимаю. А, ой, блин. Коля, присоединяйся сам. Понимаешь, нет? Да. Короче, пацаны, все, как мы говорили, вот этот тип прилетает постоянно и смотрит на нас. Что делать? Слышь! Зайди. Зайди. Вот, короче, у команды Тужур появилось домашнее животное, которое вот смотрите, это домашнее. План. И оно нашло, это животное нашло себе нору. Это дрон. Окей. Дрон вот кайфует. Да. Вовка тоже. Ну, в принципе, они как бы одинаковые, что дрон, что Вова, что Илья, как бы по мозгам одинаковых. Уровень интеллекта. Король оговорок. В нашей команде поселились два орга. Один король оговорок, другой король отговорок. Почему орга? Только не орга, а орка. Орки, страшные создания. Орки. Отговорки. Повеселились, а теперь снимаем орги. Передачу. А у нас орги. Ребята, ситуация help, ситуация SOS, наш могучий корабль сел на мель, мы и просто в общем, нашли причины скупаться. Разделись до пояса, ниже пояса, и погнали. Все погнали, причем и Руслан, в какую сторону и Вовчик, да. И даже дрон готов помочь. Давайте на счет три. Ты сможешь? Давай. Раз, давай, два, подожди, три, стой. Поплыли. Илюха же не спустился. Как это? Даже Руслан, с той стороны. Два человека там, ага, дальше. Идем, как свежо. Хорошо тебе, Руслан? Да, Вовчик, как? Холодно. А что такой счастливый? Ты просто в шоке? Раз. Да погодьте, я тоже хочу, пацаны. Быстрее. В общем, получилось так, что Илья отлынивал. Потому что скотина не снял штаны. А съемки-то у нас еще. В общем... Паразит ты, Илюха, паразит. Че, ребят, операция прошла успешно? Еще нет? Операция труселя называется. А ты вообще без трусов как будто? А, нет, в трусах. Нет, я без трусов. Не торопись, чувак. Я тоже присоединился к этому. И мне кажется, Коля решает вообще здесь. Там он... Испанец и Миша. Туда? Даже Рустам Раилович в деле. Заставили все-таки вообще в труселях в воду спустить. Надо столько сынков собрать, чтобы самому толкать. Капри там работает. Гордеев, Коля. Все тащим. Вот они, труселя разноцветные. Все покажем. Тоже то еще приключение, да? Ворочалинка такая. Вовка, ты что будешь, комаров отгонять? Комары тут тем временем нас кушают. У нас какой. Расширение генофонда идет у комаров. Расширение сосудов у нас сейчас идет. Так и закончился еще один день в Якутске. Альмир говорит, что еще не закончился. Ну, это уже мы показывать не будем. Почему? Потому что уже хватит. Достаточно. Да. Был насыщенный день. Ленские столбы удивили. Покажи. Поездка на катере удивила еще больше. Рустем Раилович даже намочил ножки. Набрал молодежь, все равно пришлось толкать. Зачем она нужна вообще? Все. Покедова.